Всем привет! Покажу сегодня, как можно сделать очень вкусную начинку для пирожков из яблок. Для этого нам яблочки нужны. Вот, я их уже почистила от кожуры и порезала, сердцевинку тоже убрала и порезала на кусочки. Кусочки такие крупненькие лучше делать. Сахар нужен и корица, и немножко сливочного масла. И сковородка. Это все у нас будет делаться на сковородке. Будем карамелизировать яблочки. Включаем огонек. Наши маслицы немножко сейчас растопятся. Вот. Вот так вот смазали. Затем сюда выкладываем наши яблочки. Вот. И их будем протушивать. Сначала мы их как бы обволакиваем в нашем сливочном масле. Вот. Сначала можно огонек побольше сделать, а потом средний огонек. Вот. Перемешиваем, чтобы все попали в маслице. Затем добавляем сахар. Сахар по вкусу добавляем. Так, ну еще чуть-чуть. Кому-то нравится более очень сладкое, чтобы было. Кому-то и перемешиваем. То есть они у нас тушатся как бы на сковородке. Надо все время мешать, чтобы вот сахар он как бы в карамелечку превращается, чтобы он не приставал, а приставал к сковородке, вернее, а приставал к яблочкам нашим. Вот таким вот образом мы это все делаем. Примерно на это уходит, зависит, конечно, от яблочек. Вот у меня на данный момент это поздний сорт яблок, более твердый. Если яблоки летние, они более мягкие, то меньше времени этот процесс займет. Если более твердые яблочки, то ну, чуть-чуть дольше. Это ну, 5, максимум 10 минут. Вот, главное все время помешивать. Вот, уже у нас как бы получше, сковородочка прогрелась лучше. И уже так более интенсивно они у нас кипят. Главное все время вот помешивать их. Но еще пока тверденькие. Вот, в принципе, сейчас возьму нож, ножом просто пробуем. Но это немножечко, вот уже некоторые прям мягенькие, они как грибы такие, как резиновенькие.
Вот. В принципе. Вот наш сахар тоже вот загустевает так хорошо, как конфеты раньше делали в детстве. Растапливали сахар, а это с яблочком. Очень вкусно получается. Так, ну, в принципе, практически готово. Вот, уже видно, вот такие они мягенькие стоят. Вот. Теперь я беру корицу и хорошенечко притрушиваю корицей. Яблочки любят корицу. Я думаю, достаточно. И хорошо снова перемешиваю. Вот, в принципе, наша начинка для пирожков готова. Их можно точно так же заготавливать на зиму. То есть потом я их слаживаю в банки и стерилизую. Вот, все, наша начинка готова. Теперь я их остужу. И затем буду делать пирожочки из них. Попробуйте, очень вкусно. Всем спасибо за внимание.